Здорово, Настя, у тебя спина белая. С 1 апреля! Так мы начинаем наш новый апрельский влог. Сегодня выходной, и Настя сегодня сдувала губы. Вот, они пока что у нее сдуваются. И что я вам хотела сказать? У нас есть флешки, на которых есть кассеты. Мы как-то однажды переформатировали все кассеты на флешки и думали сейчас посмотреть, когда мы там были маленькие, когда мама была беременна нами. Но на телевизоре не читается, поэтому мы едем за переходником, чтобы подключить все на айпаде, так как компьютера у нас нету. Вот. Сегодня у нас холодно, я выгляжу вот таким вот образом, и мы выдвигаемся. Как у тебя настроение? Как впечатление после дня рождения? Отличное у меня вообще впечатление. Мне все, конечно, очень понравилось. Я стала взрослой, но при этом умной. Пока. Так, прямой... Друзья, что хочется сказать? Я до сих пор обгоревшая и сгоревшая. Ну да, я просто хожу загорать. Сегодня не при параде, но все равно, как говорится, красотка. Апрель месяц интересный будет, потому что, во-первых, у Ариши день рождения, во-вторых, скорее всего, я полечу в Москву, потому что будет день рождения у Виктории. Не знаю, как все сложится, решим. Вот, и также, да, что хотелось бы сказать, у нас уже все начинает таять. Уже прям тепло, ну да, сегодня минус 9, но все равно. Я прям предвкушаю что-то очень хорошее, что-то такое классное. Вообще, когда наступает весна и теплая погода, у меня настроение на высоте. Я почему-то верю в какие-то чудеса. У меня такое шикарное настроение, мне это очень сильно радует. Вот. И что-то еще хотела сказать. Что же? Тренировки в зале проходят хорошо, да? То есть я уже вешу 52-53 килограмма. Хотя еще год назад я весила 47, можете себе представить. Вот, и, то есть, да, фигурка-то у меня идет на улучшение, я уже такая хоп-хоп, мясистая, скажем так. Но я и тогда была очень красивой, и сейчас всегда красивая. Да, вот сейчас жду Настю, она пошла домой за флешкой, мы поедем покупать переходник. Такие вот дела. Я думаю, что я концовку этого влога опять не успею записать, поэтому на протяжении всего влога можете ставить комментарии, ставить пальчики вверх, подписываться, ставить колокольчики. Я уже 24 месяца, это уже 25 влог, я уже 25 месяцев снимаю влоги. Вы можете себе в это поверить, представить? Обалдеть, вы можете видеть всю мою жизнь. Но каких-то подробностей, конечно, вы не знаете, но все равно. Заговорилась я что-то. Друзья, влоги 1992 года, даже Настя еще не родила, чтобы вы понимали. Мы сейчас смотрим все, что записывалось на камеру нашими родителями. Это вот свадьба мамы и папы. Вау. Представляете, эти два человека сделали меня и Настю. Обалдеть. Друзья, всем привет. Знаете, что сегодня происходит? Настя, может, расскажешь? Еще об этом никто вообще практически не знает. Но давай. Я переезжаю. Настя, я переезжаю, у меня должны купить квартиру, поэтому я к этому готовлюсь. Просто я тот человек, который бежит раньше паровоза. Поэтому, казалось бы, нужно дождаться 100% решения, но я решила уловить сразу двух зайцев. Даже если не сложится, будет чисто, я избавлюсь от ненужного хлама. Вот, ну а так, я уверена, что все получится, и я как раз уже избавилась от ненужного хлама и легко, быстро перееду. Кстати, да, еще знаете, что вам хочу сказать? Настя сдула губы. Посмотрите, какая она теперь у нас юная. Кстати, вообще хорошо, да. Вообще молодец, видите, наши картины, я шары. Я улыбаюсь, у меня зубы видно. Так мне не было. Да. Вот, я приехала к Насте, ну, как поддержка, знаете, побыть вместе в этот момент. Вот. Мы еще, может быть, сегодня кассеты посмотрим, я флешку взяла. Может, вместе сегодня сходим еще покушаем? Не знаю, может быть, посмотрим. Да. Вот такая вот история, такой вот день. Кстати, сегодня второе? Да. 2 апреля. Это второй день, как мы смотрим кассеты. Сегодня к нам присоединилась Ринка. Вот это я маленькая. Представьте, посмотрите. Два милых человека. 2002 и 2023. Да, я у мамы в животе такое. Да. Вот Настя тоже с нами фундук с ириской грызет. Безгубая моя. Вот. На самом деле так прикольно смотреть. И мы будем для своих детей тоже снимать всякое интересное, чтобы они потом также смотрели, думали, да это жизнь. Да, вот как раз сейчас начали снимать. Да. Ириска! Да. Ириска.
Да ты дай. На. На. Давай уже, господи. Вот, такие вот дела. Прикольно, потому что мы можем видеть наших родителей молодых. Представляете, как они заморочились, чтобы снимать про нас кассеты? Так здорово. Что ты лезешь, воровка маленькая? Привет, у нас есть продвижение. Настя сняла квартиру по соседству со мной. Да, помните, друзья, я всегда говорила, что хочу жить с сестрой в башнях рядом стоящих. Да, вот мы теперь соседи. Да. Вот такая вот, значит, у нас здесь ванная. Смотрите. Мне нравится, очень красиво. Потом вот так вот. Тут, видите, закрываются двери. Вот так вот все выглядит. Также офис на балконе такой вот у нас интересный. Вот так вот. В принципе, круто. Ура, ура. Друзья, всем привет. Я сейчас сижу, крашусь. Собираюсь, значит, на лазер. Потом встречусь с Настей. Ну, не суть. Тут я подумала. 23 апреля у Ариши день рождения, а 27 апреля день рождения у моей Виктории. На прошлый день рождения я не прилетела к ней, и в Москве была последний раз, всего лишь вообще на день, на день рождения ее друга. А последний раз, так это вообще, я была там на 4 часа, когда спала. Я подумала, что мне пора в Москву. И в этот раз я лечу не победой. Я купила себе билеты на 7, и я буду жить в другом отеле. Скорее всего, в Сити, пока не знаю. Решила, что этот отдых должен пройти для меня хорошо. И все. Виктория знает о том, что я приеду, потому что я думала, что она уедет, и нам нужно было это обговорить. Поэтому вот я взяла билеты, и я лечу в Москву. Сегодня, правда, 8 число, еще не скоро, но зато успею собрать чемоданы и придумать классные образы. И, наконец-то, увижусь со своими друзьями. Господи, я так по ним по всем соскучилась. Это же вообще... Еще раз привет. Мы уже приехали к Насте домой. Можно ходить в обуви. Прикольно. Настя тут устанавливает всякие штучки, дырочки. Да. Кстати, знаете, что в этой квартире лежал какой-то, видать, котик. Ну и тут от этого запах имеется. Но освещение классное. Ого! Ничего себе! Маленькая, это что за жених тебе такие цветы подарил красивые? Да, конечно, классно. Так узнала. Друзья, всем доброе утро. Сегодня 9 апреля. Время было 8, вообще я проснулась в 8. Сейчас я пришла в Настину секцию для того, чтобы принять клинок. Вот видите, сестра помогает. Хотя могла спать, но нет. Решила в столь ранний час помочь. Друзья, пока у меня есть немножко свободного времени, хотела бы немного с вами побеседовать. Кажется, в этом влоге я слишком много беседую. Ну и что? И что вы мне за это сделаете? Ой, как солнышко светит симпатично. Куда поставить телефон? В общем, рассказываю. Скоро мы с Ришей едем на ночь в Сосновый Бор в отель. И после этого у Риши будет день рождения, мы его будем отмечать, пока неизвестно как. Но, скорее всего, у меня дома. Вот, потом я еду в Москву где-то на неделю. Но я не знаю, что дарить Виктории. Я, честно говоря, думала уже об этом, но пока не понимаю. Она хочет палетку, которую я ей уже дарила. Я не помню оттенок, который я дарила. Короче, непонятно. Сегодня надо будет этим заняться. Вылезло солнышко немного. Вот я жду клининг. Настя скоро будет сюда заселяться. А я встретила, так как я тут живу. Мы, представляете, будем опять соседями. Это так здорово. Вот, сегодня день какой. Интересный. Интересный. Что-нибудь буду делать.
Приду домой, уберусь и потом пойду на лазер. Я рассказываю, короче, прямое включение. У Насти на этой квартире сегодня был клининг. Как вы помните, утром я ходила принимать. Было ощущение, что в ней жили кошечки, потому что там пахло. Во время клининга отодвинули диван и отодвинули кухню. И там нашли, как бы это помягче сказать... Урину и кал. Там нашли кал... Ты почему на десятке-то? В огромном объеме. Там нашли так много всего вот этого вот неприятного, это просто трэш. И там настолько сильно пахнет, что этот запах невозможно убрать, поэтому Настя сегодня с этой квартиры... Переезжать! Да, потому что там реально трэш, ужас какой-то. Ну и Настя сразу почувствовала, что это не та квартира, как бы, ну, в которой она хотела бы жить. Просто вариантов особо никаких не было. Да. Чтобы вы понимали, тут как бы убрались, тут чисто, но настолько неприятный запах. Это вообще какой-то кошмар. Просто ужас. Какие-то котятки. Да, можно потом прикрепить видео, короче. Да, кстати. Но поэтому я не люблю котов, на самом деле. Друзья, сегодня 11 апреля, и ко мне приехал подарок Виктории. Я ей буду дарить палетку, и также я долго думала, что вообще может быть нужно Виктории, и я, ну так как она певица, она, наверное, любит музыку, я решила заказать ей колонку Siri. Вот такая вот. Честно, я сама о такой мечтаю. Сейчас я ее достану. Я прям очень сильно хочу себе такую колонку. Она невероятная. Она подстраивается под ваш голос. Ну, то есть вообще намного круче, чем... Что это за фигня? Глупнула. Она, короче, подстраивается под... Под вас. Намного лучше, чем всякие Алисы. Вот, и я такой мечтала сама, и я вот думаю, что Виктории 100% понравится. Поэтому посмотрим. Кстати, на день рождения Ариши тоже все подарки уже пришли. Поэтому вот, скоро все будем праздновать. Девочки собрались на новой квартире. Наконец-то мы сняли квартиру, ну, вернее, Настя. Посмотрите, как она выглядит. Просторная, светлая. На мокрый диван-то не садись, чисто только. Вот, да, такой вот у нас матрас. Вот так вот. Такая у нас история. Новоселье. Опять синий диван, реально? Да, все синие диваны. Стоят. Все, просто все. Ура! 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 Ну что, друзья, всем привет. Мне кажется, весь влог получается с парковки. Сегодня день переезда Насти. Вот она уже приехала. Кстати, сейчас вам покажу в первый раз после операции. Она прошла успешно. Настя уже с Моней сегодня будет ночевать. Все, мы стали соседями. Привет, девочки. Привет. Соня. Очки чуть-чуть покажу, чтобы во влоге-то не видели твои глаза. Надо снять? Да. Видите как? Зато скоро будет вообще красиво. Привет, Моночка. В ожидании. У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа один. Чего нет золотой. Первые вещички. Скоро зайдем. Ты представляешь, от нее даже охранники убегают. Покажу вам немного, смотрите. Ну да, это все Настина. Картин с собой взяла. Смотрите, сколько просто вещей. Обалдеть, хорошо, что балкон такой есть. Дальше. Ну, квартиру я вам, по-моему, уже, да, показала. Кубок обязательно. Диван. Тут вот так вот у нас все. Вот так вот. Кровать. Такая вот история. Настя утомилась. Ей вообще нужно по факту еще лежать. Но, видите, она у нас женщина деловая, занятая. Моня не может найти себе место. Ты жила уже здесь, что-то... Вот такие вот пироги. Переезды, это, конечно, всегда муторно. Ну, что поделать? Ну, то устоит. Настя, в общем, сейчас пришла что-то делать с глазами. Посмотрите, ей уже, кстати, сняли швы, как она выглядит. Скоро их будут снимать. Мы сегодня с самого утра вместе. Клининг принимали, на завтрак ходили. Такие вот мы деловые. Вот. Потом поедем до Насти домой, будем разбирать коробки. Представляете уровень верности? Айка оставила два своих телефона.
представляете? И Настя сидит. И все чисто. А чтобы вы понимали, некоторые, мало того, что телефоны с собой берут, включают режимы полета. Еще там, знаете, вообще там такие тайны делают, что-то скрывают. Вот, ту-ту-ту, аватарка вместе с любимой. Ну это вообще... Всем привет, да? Это теперь мой влог. Ну нет. Да. Нет. Мы сегодня поедем в Сосновый Бор. Будем отдыхать, купаться и загорать. Да. Ой, там мой нос. Так вот, друзья, мы сегодня едем в Сосновый Бор. Там есть бассейн на открытом воздухе, несмотря на то, что сейчас минус 100. Да, апреля у нас минус 100. Сегодня 16 число и минус миллион. Вот, поедем, отдохнем, с кроликом поиграем. Наши крысы остаются одни. Вот. У меня ровно через неделю день рождения. Да. И знаете что? Я-то знаю, что я подарю Арише, а она не знает. Как удивительно. Мне будет 21 год. А мне летом будет 23 года, представляете себе? Да, уже. Вымахала. И самый грязный заяц. Макса Бань. Давай, вот мы приехали. Как тебе здесь? Халат, конечно, лучше. На ребёнка, но все равно здесь, смотрите, как красиво. Мы сейчас будем купаться. Да, мы пойдем купаться, еще на улице пофоткаемся и пойдем. Купи-купи. Здесь номер достаточно красивый, хороший. Нам принесли сырное плато. Вот такая у нас ванная красивая тоже. Немного пофоткались на улице, одубели, но нас еще ждут кролики. Что вам хотел показать, смотрите. Сейчас. Там вон люди, они жарят шашлычок. И я захотела к ним очень сильно. Потому что я тоже шашлык хочу. На морозе, а мы в тепле. Ну да, ну им тоже классно. Вот такие вот дела, друзья. Что я вам не показала-то еще? По-моему, все показала. Ванна, конечно, это вообще просто. Я бы себе такую домой сделала. Максимально эстетичная и минималистичная. Это очень круто. Мы вышли на прогулку. Давай, закрой наш дом. Смотрите, да? Ветер, конечно, сегодня такой вот. Да. Но зато красиво как. Сейчас я вам покажу кроликов. Ариш, тут парни нашли. Ой. Вот идем. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, конечно, как пришли, все кролики уснули резко. Маленькие какие, да нет, их два. Какие лапочки хорошие. Муси-пурси. Вам не холодно? И так всю зиму. Выжила бы в таких условиях. У них такие виллы классные, как у нас. Да, кстати, реально сделаны, как у нас эти. Прикол. Девочка с березкой. Вообще, что скажешь, как тебе, picture, please. Как тебе отдых, который тебе сестра спасибо, устроила? Сестра. Смотрите, я могу ее обнять. А вы нет. Ну ладно, пока. Можно только picture? Ну что, друзья, мы прошли в бассейн, посмотрите, как. Блин, прикольно вообще. Такие мы, конечно, авантюристки. Да, такой вот вид. Интересный. Кто-то жарит шашлычки, мы в бассейне. Я не думаю, что мы тут долго протянем, конечно. Так, друзья. Вторая бутылочка не допита, так сказать. Чтобы вы понимали, уже все темнеет. И мы... Даже не знаю, что сказать. Думаю, что скоро мы пойдем спать. Вот это Коста... Ариша, не надо сюда, это немного не в эту социальную сеть. Я думаю, вот что мы скоро ляжем спать, завтра пойдем с утра на завтрак. Мне нравится сегодняшний день однозначно. К концу подходит наш суточный отдых в Сосновом Бору. Мы классно поспали, несмотря на то, что мы у друг друга отбирали одеяло, но ничего. В частности, это делала именно Ариша. Гон, чистый гон. Ладно, одеяло, так она меня еще и пинала. Да, вот так вот. Сегодня не особо пасмурно, честно говоря. Сейчас поедем домой. Там у нас крысы ночевали одни. Вот, и я пойду потом сегодня на тренировку. Еще думаю сегодня позагорать. А Ариша... Что мне делать сегодня?
Заниматься одеждой. Вот такая вот история. Сегодня Настя будет снимать швы. Как ощущения? Фантастически. Фантастически. Представляете, вот у него уже почти все зажило. Скоро будет идеально, как у меня. Но у меня все свое. В этом наше генетическое различие. Скоро будем вообще близнецами. Друзья, вот Настя сняли швы. Поделись, как все прошло. Вкратце. Сейчас люди в обморок упадут, скажут, ушла красивее, чем... Да нет, Нормально, мне сказали, что это самое. Еще несколько дней, и пройдут вот эти синяки, отеки, и все будет красиво. Ощущение потрясающее, мне разрешили мыть глаза и краситься. А что чувствовала, когда тебе снимали швы? Был страх, присутствовал страх. Мне казалось, что у меня сейчас вытянут нити и польется кровь ручьем, а он... сказал, что это не нитки, которыми мы зашиваем дырочки на одежде. Это немножко другие хирургические нити, они по-другому. То есть ты не почувствовала ничего? Фактически нет. Фактически. Чувствовала только, когда вот за узелки вот так чуть-чуть потянул первые 0 секунды, угу. И все потом. Ну, слава богу, да. Слава богу. Скоро будешь еще лучше. Верно. Друзья, всем привет. Сегодня 20 апреля. Через 3 дня у Аришки уже день рождения. Мы сейчас, да, мы с Настей пришли покушать. И знаете, что я хочу сказать? Сегодня Настя последний раз видит свою квартиру. У них состоится передача ключей. Ой, на самом деле, знаете, так, ну, немного щепетильный момент, потому что столько там прожили, ну, и Настя. Вот я тоже буду скучать по этой квартире, но нужно двигаться дальше. Ждут новые высоты, новые вершины и так далее. Ну-ка, погляди. Вау! What the hell? Вот это да, слушай, вообще прикольно. Ничего не изменилось. Ты нормальная, что ли? Ты у тебя просто отличается оттенок лица и тоны. Все. У меня мешки не пропали. Ты что, совсем, Настя? Вообще нет, посмотрите, ни одного мешочка. Ничего не пропало. Пропало. Я такая же, как я. Нет, Настя, ты хороша. Ух уж эти девичьи загоны. Лежу вот на кресле, жду, пока Настя соберется. Поедем потом передавать ключи и смотреть сериал. Пока ничего интересного, но вот после дня рождения Аришки будет все весело. В Москву поеду, увижусь с друзьяшками со своими, со всеми. Эх. Вики скоро день рождения, и вот я ей дарю колонку. Вики, да. И посмотрите, пожалуйста. Настя помогла. Настя помогла упаковать. Да, Соня купила бумагу просто. Она не берется. Спасибо большое. Ну давай будем купить одну часть уже клеила. А ты переклеила ее. В общем, немного пофоткалась. А сам подарок у нас интересный. Как думаете, что это? Это колонка, о которой я мечтаю. А мечтаю о такой колонке. Смотрите, какая классная. Это HomePod Apple. Колонка такая Siri. Да. Так, ну что, дорогие мои, через пару дней я отправляюсь в Москву. Сегодня мы провожаем Аришины 20 лет, ведь завтра ей уже 21. Как вот еще Настя? Вообще это. Как у тебя настрой? Настрой боевой. Вообще я не планировала отмечать, но что-то пошло не по плану. Каждый год. Я отмечаю и с подружками, и с ними. С подружками и с ними. Не с ними, а самыми лучшими сестрами на свете. Самыми лучшими. У меня других нет. Настя после уже родов прошла. Смотрите, как выглядит свежо, хорошо. Да, такие вот у меня сестры. Повезло с ними. Ну что ж, дорогие мои друзья, немножечко внесу изюминки в Сонин блог и расскажу влог,
Что сегодня происходит? Сегодня день рождения у нашей потрясающей сестры, но я уверена, что до этого сестра не раз уже в этом влоге об этом говорила, и все уши уже у читателей твоих этим самым замылены. Вот, Соня предложила мне сделать красивое вот такое вот блюдо, я тоже внесла сюда в свои почерки. Коллективы. Я начистила вот этот мандарин, можно крупным планом, это моя творческая работа, все остальное не важно. Вот, сейчас мы будем все расставлять на стол. Ну как мы, она, под четким моим контролем. Уже через 40 минут придут девочки, с которыми мы дружим уже не один год, и мы все вместе будем праздновать Happy Birthday. А бокалы-то какие красивые, вы просто взгляните, насколько все красиво и эстетично у нас получается. Также, друзья, прошу обратить ваше внимание на то, какая замечательная погода вокруг, солнце ясно, потрясно. Это значит, что приближается лето, а значит, совсем скоро мы будем ездить купаться на бассейне, веселиться. Вот, ну и, конечно же, еще раз посмотрим и оценим работу хирурга. Мешков под глазами уже нет, так же, как и плохого зимнего настроения. Все? Ну да, наверное. А мне пора прощаться с вами. Дальше этот влог будет вести моя сестра. Приехали девчонки. Мария, Татьяна. Какие красивые. Спасибо у меня большое. Дома собрались. Они, между прочим, боятся крыс. Я видела, а спят беззащитные маленькие. Спасибо большое. Спасибо. Вот смотрим анпакинг Настиного подарка. Друзья, всем доброе утро. В общем, что вам хочу сказать? Нет, я себя снимаю. Знаете, что вам хочу сказать? Вчера я вообще почему-то не получилось влог поснимать день рождения Ариши. Мы были просто вовлечены, вот, знаете, вот вечеринкой нашей, да. Сейчас у нас ужасно болит голова, и мы пошли к Насте за таблетками. Потому что нам нехорошо. Поделитесь эмоциями вечеринки. У меня очень болит голова. Да, голова действительно очень сильно болит. А я в кроссовках, пижаме и пальто. Хотя у нас плюс 16. Моя сестра обладатель одной из резиденций Мурманского причала. Обалдеть, друзья. Спасибо. Принимаем поздравления в комментариях. Смотрите, какая красота. У меня даже рука потрясывается, честно говоря. Наконец-то ты это сделал, я тебя поздравляю. У моей сестры теперь есть квартира в резиденции. Вы просто можете в это поверить? Невероятно. Там скоро будет очень красиво. Вот, я очень рада за тебя, ты молодец. Осуществила еще свою мечту самостоятельно. Ты умница. Ура! Ну, это да. Молодец, молодец. Здравствуйте. Сегодня 25 апреля. Я приехала на брови. Аня, Ариша, все в сборе, все вместе. Мы мне сегодня делаем ламинирование, такой у нас промежуточный результат. После чего поедем с Настей. Анечка, когда пойдем тусить? Пока не спрашивай такое у меня. Когда-нибудь пойдем. Сейчас может еще Лизка приедет, кто знает. Она мне правда пока не говорит, но просто мы все вместе пойдем куда-то веселиться. Это происходит крайне редко. Ну, метка. Ариш, тоже с нами пойдешь? Пойдет. Друзья, всем привет. Сегодня 25 апреля. Завтра я еду в Москву. Девочки не хотят. Ариш, ну. Она же проснется. Она не так не спит. И что хотелось бы сказать. Поэтому я начну как бы снимать новый майский влог, но с концом апреля. Я думаю, так будет очень хорошо. Я приеду, и там уже будет май. Я вот вернусь, откроется. Лишка, козявки. Да нет, козявок. Да, вот так вот. Ну, видно. Поэтому я рада, что вы посмотрели этот влог. Обязательно ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, да. Оставляйте комментарии. Да. До скорых встреч. До скорых новостей.